Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы зададим картам Таро вопрос такой вот. Правильно ли Саша Лукашенко, деньги принимая от матушки России, тратит по назначению? Карты Таро, да? Потом я буду это переводить уже как наличные отношения. Россия, матушка, это жена, а Саша Лукашенко, как батька, отец, при разводе алименты платит Россия, матушка, для батьки. И правильно ли он тратит для семьи или же на какие-то нужды? Ну, это как бы одно видео будет разделено на две части. Предупреждаю, чтобы уже были готовы, что видео будет как бы отдельно, но вместе. Так, теперь смотрите. Потому что Россия очень серьезно помогает Саше Лукашенко. Так. Значит, так, раз, два, три, четыре. Потом я посмотрю видео, сделаю Америка и Украина. Правильно ли она расходует деньги по назначению? Чтобы все было честно. Чтобы никто не врал и не воровал. Начали. Раз, два, три, четыре. Вот она, матушка Россия. Вот он, батька. Сашка Лукашенко. Эх ты, да? Теперь. Спонсировала Беларусь. Спонсирует. И вот она как помогает. Теперь. Расходы, принимая расходы. Принимая расходы. Принимала, принимает. И вот какой расход. Какой расход? Для страны, для заводов, фабрик, для школ, учебных заведений, интернатов, дома престарелых, детсады. Это назначение. Или же на какие-то либо нужды. Вот это мы посмотрели. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Это матушка Россия. Спонсировала, спонсирует. И вот сколько ли она дает для помощи для батьки, да? Так, теперь вот батька. Теперь вот он взял эти деньги. Неважно, было, есть и будет. Окончательный результат вот здесь вот. И вот эта сумма. Так, теперь. Это он сам. Для народа или же для каких-то либо целей. Видео будет длинное, приготовьтесь. Так. Здравствуй, матушка Россия. Матушка Россия, 16-й аркан. Она в шоке. Она переживает и нуждается в переговорах. Значит, нужны переговоры. Электричка. Двойка мечей. Это встреча. Значит, требуется срочно встреча. Потому что ситуация экстремальная. Теперь деньги. Чтобы были деньги, которые отправлялись, очень много. Смотрите, получается посыльный. Значит, переводы были. Карта рыцарь пентаклей – это диктатура, да? Это очень серьезные деньги для Беларуси. Есть.
Эти деньги, смотрите, тут 17 таракан перевернутые. Деньги в воду, концы в воду. Эти деньги не впрок, ну, можно так сказать. Вот я и говорю не впрок, да, смотрите, тут 17 таракан девица, да, как говорится, перевернутой позиции. Тут у нас сидит мадам, назовем ее так, потетутка. Значит, эти деньги как-то что-то неправильно, они где-то там работают. Здесь есть какой-то шахер-махер. Ну, я так разговариваю, да. И при этом шахер-махере денежные деньги, которые предназначены для Беларусь, они действительно не впрок. И они есть, но их нету, но они есть. Это играющие деньги. Они, видимо, где-то там застревают в каких-то колуарах администрации. Это администрация, где руководство России, матушки, ведут нечестные переводы денег для Беларуси. Видите, как все нечестно? Уже тут нечестно. Теперь. Вот он, батька. Сейчас посмотрим. Папа вышел. Папа. Папик. Папик. Папик говорит, срочно давайте деньги. Мне срочно нужны деньги. Это срочность. Ну, ему всегда срочно надо что-то. Он же отец, как бы, раз его батька называют. Сейчас посмотрим. Теперь вот прибыли они на территорию Беларуси. Эти деньги при спорных вопросах, смотрите, тут решение спрос, и тут идет, это уже граница, они уже на территории Беларусь, идет спорный вопрос. При принятом решении обговариваются, куда назначить деньги. Эти деньги, которые были предназначены для Беларуси, есть то, что некую сумму нужно отложить. Эти деньги пляшущие, ну, как бы они есть, и они, опять-таки, они есть, но их нету, но они есть. Получается, сумму отложили. Какая-то сумма отложена. Значит, 100 рублей, например, стали разбираться, куда, чего. Ну, я так уже своими словами. Давайте какую-то сумму отложим. И что же приходится в мою администрацию Саши Лукашенко? Деньги. Деньги, получается, видите, тут как бы благословение. По решению данные деньги переданы, ну, как бы из рук в руки. Значит, смотрите, при спорном вопросе данная сумма какая-то откладывается. Но по контракту должно быть, например, именно 100 рублей. Но при неустойчивой позиции какая-то сумма застряла где-то там, на этажах. Теперь это для народа. Это для народа. Учебные заведения, зарплаты, например, для больниц и всевозможных госучреждений, учебных заведений. Есть предназначение. Смотрите, значит, что-то, какая-то сумма, слава богу, есть. Есть. Это хорошо. Все честно. И для каких-то либо нужд эти деньги для защиты земли. Это значит на мероприятие, связанное на сегодняшний день с Украиной. Смотрите, земля, защита. Значит, деньги, которые предназначены для батьки, да, так скажем, они идут для назначения. Смотрите, это защита, земля, конь, земля. Так, теперь и для того, чтобы страна как бы расцветала, и этими деньгами распоряжается
бухгалтерия, назовем ее так, бухгалтерия. Там где-то тоже свои дела делают. Теперь, раз вот здесь что-то тут не то, получается момент обмана какого-то, потому что 17 аркан – это карта деньги, деньги, душа, дети, наследство. Значит, деньги в воду где-то там, они застревают на других московских этажах. Ну, я так скажу. Так вот. Так, теперь мы сейчас рассмотрим вот эти две карты. И вот на России 3-6 карт. Что же это такое? В общем, что-то тут мутят, я так могу сказать. О, еще как мутят. Это тройной таро старших арканов. Видите, карта получается квадрат Малевича. Картина в картине. Получается папка на папку, да? Документ на документ, можно так сказать. В темную, все в темную. Так, а вот тут где идут разборки по поводу этих денег? Тут тоже берем 3 карты, 4 карты. Эти деньги глубоко, видите, глубоко, льдина, глубоко залегли. Куда залегли? Эти деньги предназначены для того, чтобы они там и умерли. Тут получается именно то, что четвертый аркан, четверка пик, говорит то, что подтверждает вот эти две карты, даже вот эти три, что деньги, их уже нельзя достать. Их нету. Они есть по декларации, но их нету. Также и здесь шахер-махер, и тут тоже свой шахер-махер идет. Они выйдут для народа? Нет, нет, это мера, да? Эти деньги уйдут для другого мероприятия. Ну, в общем, вот так вот. Вот такие карты вышли. Ну, в принципе, как бы работа идет своим чередом. Все просто хотят заработать деньги. И тут ребята работают, и тут работают. Но тут очень серьезно работают. Ну, по-своему как-то. Да, интересно. Так, теперь цыганский оракул. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Что вы думаете о России? Путешествия. Ну, вот это путешественник, смотрите, рыцарь Пентакли и деньги, да? Идет рыцарь, ой, пешеход, ой, извините, человек на коне везет энную сумму денег. Вот они передаются для Беларуси. И вот для чего они предназначены. Ожидание. Ждать деньги. Это карта ожидания. Ждать нет ночи. Наконец-то пришли. Возлюбленная. Подарок. Как приятно получить деньги. Смотрите, королева, королева и тут возлюбленная. Беларусь довольна, что она получила эти деньги. Это именно страна. Тут получается путешественник, а тут она получила весточку, влюбленная. От России перевод денежный, вот эти две карты, через ожидание, где будет в скорости разборки, куда деньги пойдут по назначению. Настроение Саши Лукашенко. Таро, карта Таро. Старая дама. Ну, я хочу сказать, он ходил куда-то гадать. И ему сказали, сиди, Саша, жди, тебе скоро придут деньги. Вот карта гадалка. Но тоже гадает. Так что все мы не без греха.
Теперь я хочу сказать по поводу, если идти на личные, на личный расклад. А Россия, да, получается, это она. Беларусь есть папик свой. Получается, жена ушла, а жена с мужем развелись. Смотрите, при данном разводе у батьки остались дети, много детей. И жена должна платить алименты. Но она платить алименты обещает много, но платит не всю сумму. 100 рублей она ныкает, ну я своими словами, и эти деньги где-то там она тратит на свои нужды. Через посыльного они в сговоре, ну я своими словами, потому что почтальон сговорились, и эти деньги как бы идут на личные отношения между ними. И та сумма, которая должна прийти по назначению, батька, идя на почту, беря перевод на алименты, он ругается уже на месте с почтальоном, почему мне пришло не 100 рублей. По декларации мне должны по суду прийти 100 рублей. Почему денег нету? Но у вас же есть документ, хорошо, но вы их не можете взять, они ваши, но не ваши. Вы их потом возьмете на обещание, что, может быть, вам дошлют эту сумму. Я вот так понимаю. Поэтому, понимая, что ему пришло 100 рублей где-то там, он разделяет на семью и на личную территорию. Ну, как будто он дачник, и он должен построить забор вокруг своего дачного кооператива. Ну, батька ж у него есть свой участок. Я так разговариваю, да. Это если гадать будете там кому-то, вот так можно как бы понять эти карты. Я понимаю, что так никто не гадает, как я, и поэтому я доступными словами, будем говорить, с улицы, да, вот так вот трактую. Но перед тем, как получить деньги, он пошел до соседки, гадалки, и та ему говорит: ну все, Сашок, деньги будут, не все, подождешь, потом еще доплатят. Они придут чуть позже, но на забор тебе хватит денег и на семью, на кашу с маслом. Без мяса. Ну, в общем, вот такие карты вышли. Все, спасибо. Пишите комментарии. Думаю, интересный расклад вышел. Всего доброго. Кто на чем сидит, еще можно так сказать, тем и рулит. Всех благ. Всего доброго.